Крокодила-беглеца вернули обратно в зоопарк Газы. 18 месяцев назад он сбежал. Тогда он был всего полметра в длину. Сегодня достигает почти 2 метра. Этот крокодил, который находится за мной, удрал из зоопарка в 2010 году, около 2 лет назад. Тогда он был маленьким, приблизительно 40-50 сантиметров. Полиция начала облаву на пресмыкающиеся после того, как от местных жителей стали поступать жалобы на исчезновение домашних животных. Для стражей порядка это была непростая задача. За неимением опыта им пришлось обратиться к поисковым системам, чтобы понять, как можно поймать 2-метрового хищника. У нас нет пневматических пистолетов и инструментов для ловли крокодилов. Мы раньше с таким никогда не сталкивались. Но мы нашли информацию в интернете о крокодилах и о том, как их ловить. Полиции также пришлось прибегнуть к помощи рыбаков, которые предоставили свои сети для ловли рептилии. Крокодила вернули в зоопарк, где он присоединился к 4 своим собратьям. Владельцы зоопарка говорят, что за это время он значительно подрос. Они решили назвать его Сахер, что в переводе означает «камень», в честь его удивительной способности к выживанию.